Здравствуйте, мои дорогие друзья, садоводы и огородники. Я Маша Васильева, и вы на моем канале «Сад, огород и зимняя теплица». Это видео будет называться «Прекрасные будни в природном земледелии». Приятного вам просмотра! В этом видео я познакомлю вас с лимонной травой. Это пряность, которая выращивается в зоне рискованного земледелия как однолетник, так как она не является морозостойкой. Но я лично этого не проверяла, поэтому осенью я не буду удалять ее корни. Я просто ее скошу и оставлю корни в земле. А весной убедимся, морозостойкая она или нет. Посев произведу 30 марта. У меня контейнер 0,2, внизу дренажное отверстие, 3 см земли питательный грунт покупной. Слегка увлажняю фитоспорином, это биофунгицид, который предотвращает от заболеваний грибковых. Раскладываю семена поверх земли, вот такие они нежненькие, воздушные, хорошенькие, и слегка-слегка присыпаю их землей, очень слегка. Сверху увлажню фитоспорином, просто взбрызну фитоспорином. Закрою крышкой и в теплое место для прорастания. Всходы лимонной травы выглядят вот так. Они появились на 5-й день. Я снимаю крышку, и теперь они растут вот так, без крышечки. Мой уход заключается только в поливах отстоянной водой. Вот так подросла к апрелю. И можно, конечно же, уже ее в грунт, в открытый. Но у нас еще заморозки майские. И я ее распикирую вот так вот в кассеты. Я буду пикировать ее букетно. И потом и высаживать тоже буду ее букетно. Что это такое? Это когда я беру и несколько штучек сажаю все вместе. Вот я их отделяю. Ну и, допустим, беру 3. Беру 3, отпускаю их вниз, скидываю земельку и вот так вот чуть-чуть присаживаю, слегка присаживаю. Можно замульчировать вермикулитом, чтобы не пересыхала ячеечка. И обязательно обрабатываю раствором фитоспорина. Вот таким образом. Сейчас я их распикирую и поставлю их в притененное место на 2-3 дня, чтобы солнечные лучи не обожгли молоденькие растения, которые пока не умеют всасывать воду, потому что не вцепились в землю в корнями. Поливать, чтобы текло из поддончика туда, не нужно, снизу. Все делаем очень умеренно. Готово. Лимонная трава подрастает. Я ухаживаю за ней, только поливая ее теплой отстойной водой по мере того, как необходимо, как подсохнет кассета. Никаких подкормок, ничего больше не было. Пришло время высаживать лимонную траву в открытый грунт. У нас уже установилась теплая погода. И сейчас я буду рыхлить землю с добавлением золы в природном земледелии. Я землю не копаю. И на посадочные места пересаживать лимонную траву. Каким путем? Я просто нажму на дно кассеты и буду доставать вот такое посадочное место вместе с корневой системой. Ставить на место без всякого раздирания корней. И, в общем-то, на тот же уровень, на котором она и растет. Вот так вот, закрывая землей.
Добавляю золы. Начинаю рыхлить. Мульча снята. Здесь были посажены тмин, и он не взошел. На это место я посажу лимонную траву. Я поливаю в кои-то веки, да, никогда не поливаю, а здесь я поливаю посадки, потому что за месяц влага без мульчи ушла. Я рядом посадила бархатцев, рядочек, никто никому не помешает, всем всего хватит, потому что земля очень жирная. Теперь я замульчирую эти растения скошенной травой. Слой будет приблизительно 5 сантиметров между рядья. Я мульчирую. Я не окучиваю сами растения, а накладываю мульчу вот так между растениями и аккуратненько ее распределяю. Я думаю, что у меня сантиметров 5, наверное, получается слой мульчи. Эти растения я мульчирую, потому что они выросли на высоту 10 сантиметров, а земля уже прогрета. И такая высота мульчи не будет угнетать их рост. Вот, например, этот укроп высотой сантиметра 3-4. Он еще мал, и междурядья я не мульчирую. Но сорнячки вытащила и в междурядье бросила. Сейчас они здесь засохнут, а я потом просто вот в это место положу мульчи, для того, чтобы больше никак не ухаживать за растениями. Все сделает сама мульча. Там не испаряется влага, там не нужно поливать, там не нужно рыхлить. Все это делают микроорганизмы, рыхлят и кормят. Травка лимонная прижилась хорошо. Никакой травмы от пересадки, потому что перевалка только улучшает положение растений, когда мы не раздираем корневую систему. Замульчирована и мульча теперь работает на благо всех растений и плодородия почвы. Ну что ж, мои дорогие друзья, июль месяц. Моя лимонная трава выросла большая-пребольшая. Я думаю, что высотой она примерно сантиметров 60. И теперь я буду снимать урожай. Я буду срезать, оставляя от земли приблизительно сантиметров 15. Вот этот пучок зелени я буду резать и сушить, для того, чтобы зимой делать чай вкусный, лимоновый, натуральный свой. А почему оставляю от земли? Для того, чтобы у травы был фотосинтез, чтобы она могла вновь наращивать от корневой системы еще такую же красивую, густую лимоновую массу зелени. Ну, приступим к уборке урожая лимонной травы. При помощи ножниц я буду нарезать лимонную траву и отправлять ее в сушилку. Сушить буду при 40-50 градусах. Немного резанной лимонной травы залила кипятком, и через 5 минут получается просто чудесного аромата и вкуса напиток. И, конечно, можно его употреблять и горячим, и холодным, и заваривать как самостоятельный напиток, можно добавлять в чай черный, в чай зеленый. В общем, вкус у нее просто прекрасный. Я вам рекомендую. Вот так выглядит лимонная травка после сбора урожая. И посмотрим, как она будет отрастать у нас повторно.
Середина августа. Лимонная трава вновь выросла до таких же размеров, какие я и срезала. Вот смотрите, видите, это срез, и она опять вытянулась и выросла. Можно снова собирать урожай. Последние числа августа. Лимонная трава. Красавица. Красавица просто. Вот такая чудесная осока с волшебным просто вкусом. Лимонным. Конец октября. Я срезаю всю вегетативную массу лимонной травы и здесь же ее укладываю. Здесь же укладываю сальвию. Сейчас буду укладывать георгины тоже в грядки карабах, в компостку. В общем, все, что росло, будет теперь наращивать плодородный слой земли в виде мульчи на поверхности. Никогда земля не остается голой в природном земледелии. А я напомню вам, что в природном земледелии никакого ухода за лимонной травой у меня не было, кроме мульчирования скошенной травой. Мульчирование вот было замульчировано. От мульчи практически ничего не осталось. Остался только вот такой вот рыхлый, видите, полный гумуса слой земли. А это означает, что в следующем году я вновь все замульчирую скошенной травой, то, что здесь посажу. Спасибо, Мать-Земля, тебе за прекрасный урожай. Лимонную траву я включила в наборы семян 2025. Вот как росло все, и морковь базель включила, и сальвию, и лимонную траву, и бархатцы, и георгины. А также вам очень понравились васильки маки, Red Cloud. В общем, все, что вам нравится, все, что выросло прекрасно, я все это включила в наборы 2025. Набор содержит 69 пакетов семян всевозможных проверенных сортов и гибридов. Как их посмотреть, как купить, я все напишу в описании к видео. Как будет зимовать моя лимонная трава, я пока не знаю. Мы еще не так близко знакомы. Как говорится, время покажет. Ну а если это видео вам понравилось и было для вас полезно, то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду, про природное земледелие, да и про жизнь за городом вообще. Берегите себя. Всем любви и счастья. Пока-пока.